Здравствуйте всем, я Оксана, и жизнь как она есть. На улице пасмурно, но свежо. Помаленьку здесь, сегодня мы дочистим. Уберем уже все сухие цветы, подсолнухи вчера выдрали. Ну, петуни, наверное, останутся пока еще. Пока еще радовать нас. Они не сильно боятся холодов. Поэтому вот так. Здесь у меня уже кусты тоже редеет, как говорится, грядка. Я выкопала отсюда кустики настурции, посадила в горшки. Пусть дома растут. Это яблоня будет у нас. Ой, ну, зимовать в горшке. Где-то видела, тут ходит индейка, вылезла. И цыплята вон вылезли. И что мы уходим здесь, я не поняла. Хаос, как всегда. Не может быть у нас порядка. Просто мешки, все это постоянно что-нибудь доваляется. Что там за драка, что там за шум? Вот так, елки не видно. Вот так уже подрос, это молодняк. Представляете, вот это молодняк, который оставался. Вот он уже такой огромный. Куда мы будем привозить то, что еще на ферме? Явно будем уже вести забой оттуда. Опа, перышко. А сюда только привезу, поедут курицы. Что? Нет фокуса. Давай, фокусируйся. Ну, все. Любопытные. Любопытные. Еще не кормили с утра. Да, вы тоже ждете, все сидите. Я пока сначала пойду выпущу страусов дрессированных, а потом уже все остальное. Ох, мух-то здесь сколько. Вот, закрываем их вот так вот, чтобы они кроликом сюда не шли. Че, гаврики? Побежали? Доброе утро, птица. Сейчас я выйду. Они сами самостоятельно. Пошли, пошли, пошли гулять, гулять. Не хотите, что ли? Все, все, выходим, выходим, выходим. Пошли, пошли. Все. Давайте гулять, гулять. Вы посмотрите, какие они огромные. Давай, 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 топаем. Ну и что? Ну сам выйдешь, придешь. И побежали, и побежали. Ой, я калитку не закрыла. Сейчас бы выскочили. Да? Сейчас вынесу им этот... кормушку и воду. Давай, да, попрыгайте, давай. Зарядка утрешняя. Ох ты, ох ты, ох, ох. Это что за танцы? И куда? Бах, бах. Ты так сломаешь себе этот, снесешь. Так, здесь что у нас? Ох. У одного страусенка, вот сейчас вышел, который последний. Он, видите, нога у него в сторону ушла. Видать, вот эти вот прыжки их до добра-то, конечно, не доводят. Можно было, наверное, выгул меньше сделать. Но им и так зиму сидеть в таких вольерах небольших. Поэтому я все думаю, пусть побегают. Ну вот, вывихнул ногу. У страусов кости трубчатые, они боли-то не чувствуют. Поэтому он даже с такой ногой он носится, прыгает, дичает. Что? Это что такое-то?
вчера вечером кое-как загнала их. Пришлось на помощь звать ребятишек, чтобы они мне помогали. Не хотели, хотя уже на улице было прохладно. Ой-ой-ой. Вам надо музыку подставить, да? И вот эти танцы будут. Танцы, танцы, танцы. Аборигенские какие-нибудь. Ну что, все? Натанцевались? Начали помаленьку морковку подъедать. Свежую не хотят, а вот немножко, которая подвялится, как бы, и тогда едят ее. Огурцы вчера натерла. Огурцы тоже, вон, смотрю, склевали. Я на деревянный вот этот брус ложу. Танцы, танцы. Все, натанцевались. Вот видите, нога как у него крив. Не знаю, исправится, нет. Но долгит в желтой упаковке вчера купила, намазала ему. От воспаления там суставов или что. Сегодня еще намажу. Господи, пока мажешь, он так орет, как будто бы его режут. Че? А я? Че надо? Ну, че надо? Атаковали, давай. Полосатики. Но смотрите, шея вот у них уже, у некоторых шея, вот у этого нет, а у кого-то уже полосок на шее нет впереди. Даже маленький, вот самый, который был, и тот подрос. Да? Мух клеваете, что ли? Ой. Че? Ой, с чего ты там у меня нашел? Штаны, носки. Ай, палец. Что еще надо? Это он меня схватил за палец. Ладно, пойду вынесу корм и воду. Эти поросята еще стали переворачивать кормушку. Вот возле кормушки там комбикорм на полу. Или носятся, или что они, но переворачивают. Мои помощники спят еще все. Пусть отсыпаются последние дни. Школа, правда, в этом году вот начнется. У нас первые, четвертые классы учатся. И то там каскадные какие-то звонки будут по очереди. А с 5 по 11 класс будет дистанционное обучение. 9 и 11 класс будут консультации очные. Не знаю. Но пока это до 18 числа. А потом посмотрим, как дальше будет. Я считаю, что это не учеба. Осень, видите? Рано осень, уже все. Все пожелтело. Вчера с фермы ехали, как-то так резко. Все деревья желтые. А у меня, видать, уже эти как биологические часы по времени, что в это время, в сентябре, нужно вставать рано в школу. И вот просыпаюсь, как дурочка. Хотя поздно укладываюсь. Пасмурно. Сегодня не пасмурно, это задымленность. У нас горит тайга.
пойду загоню цыплят, которые носятся по улице. Значит, вот такой сегодня у нас пасмурный день. Где-то у вас солнышко, а у нас идет на улице дождик. Но сегодня я хочу поздравить с днем рождения замечательную девочку, Машу Карнаухову. Она живет в Тюменской области, в поселке Вензели. Или будет правильно Вензели. Простите, если я неправильно назвала. Машенька, поздравляю тебя с твоим 14-летием. Пусть в твоей жизни самые смелые мечты сбываются. И пусть все лучшее, что может подарить нам этот мир, пусть у тебя все это будет. Что это? Верные друзья, интересное дело, благополучие во всем. Обязательно любовь, потому что без любви ну просто никуда. Желаю, значит, веры в свои силы, удачи на любых дорогах. Все только в твоих руках. Жизнь совсем непростая штука. Но если встречать ее с улыбкой, то жизнь тебе ответит тем же. Поэтому я хочу, чтобы у тебя все было замечательно. Счастья, здоровья, любви. Всего-всего, что ты пожелаешь. С днем рождения тебя, Машенька. У меня есть для тебя небольшой подарок. Я оставлю в комментариях или в описании адрес моей электронной почты. Пожалуйста, напиши туда адрес с индексом, и я отправлю. Подарок у меня вот готовый. Вот такая штучка. Это молодежь. Это как дети у меня говорят, стильно, модно, молодежно. Да, это вот такой камешек на леске он идет. Как бы показать? Вот так. Он очень красиво смотрится на шее. Значит, вот такой твой подарочек. Я его упакую и отправлю тебе почтой. Хорошо? Я жду адрес, куда отправить твои подарочки. И еще хочу. Дорогие мои зрители, кто меня сейчас смотрит? Пожалуйста, в комментариях. Давайте напишем поздравление для Маши. Она смотрит мой канал. Я думаю, что ей будет очень приятно. Спасибо.